Формула боя, 3 раунда по 3 минуты. Султанов Рудей, спортивная школа строитель. Ему 17 лет, боксом занимается 5 лет. В ринге боевал 20 боев, 17 одержал победу. Является победителем Кубка Мэра 2019 года. Тренируется под руководством Антипова. Thank you.
Стоп! На середину. Бог! Эрик, вот так же не надо. Сегодня вы говорили, что несовпадение среда, ему 16 лет. Вы не провел 20 боев, 15 одержал победу. Представляет спортивную школу номер 12. Тренируется под руководством Нуриева. Выход на арене приготовлен. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Митопудинов Эльдар, спортивная школа номер 13. Награждение боксера проводит главный судья соревнований Арджан Мистропин-Стопович.
За второе место награждается Султанов Рудель, спортивная школа «Строитель». Ваши аплодисменты. За первое место награждается Исафуддинов Ильдар, спортивная школа номер 12. Три, два, один. Отлично.